Здравствуйте, уважаемые садоводы! Отличная подкормка для рассады помидор и перца, которую нахваливают чуть ли не все садоводы, это сочетание молока и йода. Чаще всего йод используется в качестве хорошего помощника для рассады до появления завязей. Позже его внесение не рекомендуется. В этот период он помогает овощной культуре набраться питательных веществ. Само по себе это вещество не является подкормкой. Это мощный антисептик, использование которого помогает справиться с гнилью, грибковыми заболеваниями, а также помогает обеззаразить землю. Особое значение имеет профилактика вирусных болезней йодом. Но как же влияет молоко для овощной культуры? Так вот, использование молока в сочетании с корнями рассады несет только положительный эффект. Во-первых, это экологически чистый продукт. Во-вторых, насыщен многими полезными веществами, которые впитываются растением при росте. А в-третьих, в составе молока присутствуют аминокислоты, которые активизируют рост растения. Все эти два компонента способствуют улучшению обменных процессов и лучшему освоению питательных веществ. Поэтому наибольший эффект в случае с рассадой можно получить, используя молочные растворы с добавлением йода. Кстати, такой раствор неплохо борется с пожелтением рассады. Нам понадобится на литр воды 50 граммов молока и 4 капли йода, по 2 столовые ложечки под рассаду после полива. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!